фестиваль искусств. Звезды выходят на сцену. Конкурс для вокалистов, танцоров, театральных, цирковых и инструментальных коллективов будет проходить на сцене Скадовского дома культуры. Прекрасная сцена и звук порадуют участников и преподавателей. Скадовск расположен на берегу экологически чистого Джералгатского залива Черного моря. Проживание и питание будет организовано в санатории для детей с родителями Скадовск. Санаторий расположен в парковой зоне в 100 метрах от моря. Скадовск – уникальный климатический детский курорт. Черноморское побережье славится редким сочетанием степных и морских воздушных масс, насыщением воздуха озоном, бромом, йодом, большим количеством солнечных дней, мелким морем. Температура воды в районе пляжа достигает 30-32 градуса. Приезжайте к нам на фестиваль! Будет много солнечных дней, творческих встреч! Давайте вместе зажжем новые фестивальные звезды на нашей сцене! Звезды выходят на сцену!